Как будет называться остановка транспорта, магазин природы или библиотека имени Маяковского, могут решить жители Чебоксар. Официальный сайт «Открытый город», где идет голосование, работает всего 3 месяца и уже имеет более 5000 подписчиков. Для того, чтобы быть в курсе событий города и принимать активное участие в его жизни, нужен сотовый телефон и желание. Регистрация на официальном сайте «Открытого города» занимает всего пару секунд и открывает большие возможности. Каждый участник будет находиться в курсе основных событий столицы и сможет решить, на что потратить деньги из городского бюджета, какой символ года будет стоять в центре города и другие вопросы. Вопрос был, который мы задали населению и спросили их совета, какие основные направления новые нужны в рамках деятельности волонтерского центра города Чебоксар. Больше всего заявок на как раз на школе волонтеров – это экологическое волонтерство. Мы видим, да, что это на самом деле голосование было актуально, оно было важно, и по заявкам мы можем судить действительно, что горожанам оно интересно. Регистрируясь на сайте ОГ21.ру и принимая активное участие в жизни города, жители зарабатывают баллы, которые можно будет обменять на ценные призы. Ольга Алексеева, Валерий Резюков, Республика.